Забудьте о стереотипах в приемах ашивазы. Вам необходимо сохранять свое сознание более гибким, готовым к атаке в любой ситуации. Очень важным для приемов ашивазы в соревнованиях или тренировках быть бесстрашным. Один ипон я никогда не забуду. Это была тройная комбинация ашивазы в поединке против Мукаигава на всеяпонском чемпионате дзюдо. Всегда быть открытым для новых идей и думать о различных возможностях. Даже если вы ошибаетесь один или два раза, вы можете попробовать еще раз, снова и снова, 100 раз, не теряя надежды продолжать, и в конце концов у вас станет превосходная техника.